Приветствую вас на своем канале. Как и обещала, мы дошли до тренажеров. Сейчас будем их смотреть. Так, это у нас план парка. И идем к нашей цели. Подписывайтесь на мой канал. Будем ходить с вами по экскурсиям. О, смотрите, дерево. Грибами все поросшее. Так, ну это походу. Это не считается. Так, тренажер. Так, о, все замечательно работает. Замечательно. Дальше. Здесь везде стоят мусорнички, что очень удобно, чтобы не носить с собой в руках то, что вам не нужно. О, такой скворечник огромный. Так, идем дальше к тренажерам. Я отвлекаюсь, потому что все хочется вам показать. Я сама всегда везде хожу, все рассматриваю. И то, что интересно, хочу, чтобы увидели тоже люди. Так, вот тренажерчик. А ну, о, работает. Работает. Я думаю, все знают, как им пользоваться и что нужно делать. Идем к следующему. Так. Сюда мы ставим ножки и крутим. Короче, делаем свою талию. И в другую сторону. Раз. Так. И тут мы что делаем? Так. Оп! О, получилось! Получилось. Надо ставить две ноги, держаться и качать свои мышцы. Я не буду сейчас этого делать. Во-первых, я их с утра накачала. Во-вторых, мне будет неудобно снимать. Так. Еще идем. Тренажер. Посмотрите, огромный парк. Так, ну, с этим, я думаю, честно говоря, даже я не знаю, что с ним делать. Но что радует, что здесь на всех тренажерах есть такие инструкции. Ну, это пресс качать. Инструкция есть, думаю, можно разобраться. Видим телевышка. Так, за деревьями ее немножко видно. В ночное время суток она красиво светится. Так, идем к следующему тренажерчику. Так, это для поднятия ножек, делать уголок. И есть у нас турничок. Все очень чистенько, аккуратненько, все покрашено, ничего не облезшее. Это очень приятно. Так, здесь что? Ну, о, это какая-то, не знаю, в паре может заниматься, потому что с одной стороны для ног и с другой стороны для ног. Ну, можно и одному. Вон даже видно, какие... Вот. Видно, какие мышцы можно накачать себе. Следующее. Так, а это, я знаю, это поднятие собственного веса. Вот так. Садиться на эту сидушечку. Ручками держимся и сам себя поднимаем. А здесь для другой группы мышц, в принципе, тоже поднимать надо себя, но работает другая группа мышц. Так, работает все, ничего не скрипит. О, здесь можно пройти просто тропинкой к следующим тренажерам. Так, ага, сюда ногами упираемся, туда, сюда садимся.
держимся и качаемся. Следующий такой же. Называется «Приди с другом». И оба накачаетесь. И вот еще. Думаю, все разберутся, что с этим делать. Так, тут мы уже видим дорогу. Можно, в принципе, здесь можно припарковаться, подняться в парк и позаниматься спортом совершенно бесплатно. Я вижу белочку. Сейчас я попробую вам ее тоже показать. С тренажерами мы закончили. Можно белку посмотреть сейчас. Так, где она? Попрыгуха. Оп, видели. Я думаю, да, вот она попрыгала. Сейчас, может, я пойду дерево, покажу ее поближе. Здесь очень много белочек в этом парке. Так, сейчас мы ее поймаем в кадр. Вот видно. В следующий раз пойду сюда, возьму орешек для белочки. Сейчас уже холодно, нужно подкармливать птичек, белочек. Подписывайтесь на мой канал, будем смотреть с вами много интересного. Буду рада вашим комментариям и лайкам, конечно же.